Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы будем играть за большую белую акулу. И сейчас я покажу, как прокачать быстро Броурка, чтобы ее победить. Мы находим вот это вот местечко, где рождаются у нас рыбы-черти, и просто прокачиваем уровень. Сейчас я прокачаю хотя бы до 50-60 и пойдем убивать большую белую акулу. Происходит это очень быстро, как вы заметите. Только она рождается, и сразу мы его жрем. Так, у меня уже 1500 здоровья. Офигеть. Здесь можно прокачать такой бешеный уровень, что просто вообще. Я просто его засасываю, и все. Он не успевает рождаться, у меня уже 2000 монет. Смотрите, друзья. Офигеть, просто. Мой броварк самый жирный, наверное. Я таких еще никогда не прокачивал. Три рыбины, новый уровень. Это просто жесть, друзья. У меня уже полтос. Так, сколько у него, интересно, дамаг? 52 уровень. Такого у меня точно не было. Сейчас, я думаю, мы спокойненько победим большую белую акулу. Это просто жесть, друзья. Интересно, до какого уровня можно докачаться? Я думаю, мне хватит, чтобы убить и получить белую акулу. Офигеть, друзья, такого еще никогда не было. Сейчас, ладно, все, до 60 уровня качаюсь и плывем искать белую акулу. Офигенная здесь кормушка. О, блин, я думал, игра залагала. Так, 58-й, еще два уровня. Давай, 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 я просто их засасываю, заглатываю. И все. Так, давай. Все, 60-й, апнулись. Офигеть, таким гигантом, ребят, я еще никогда играл. Не играл, он еле плавает, офигеть. Когда-нибудь я сниму серию, когда я прокачаю просто монстра во всю реку. Во весь этот океан. Так, все. Сколько у нас, интересно, дамага? 2000 здоровья. Так, белая акула, где ты? Ты мне нужна, чтобы далее проходить новую серию. Так, она здесь где-то стоит. Вот, после того... Она сначала в начале игры. Так, смотрите. Сейчас включаем ускорение. И просто ее крушим. У нас 300 урона, друзья. Но она не сдается, и все, мы ее побеждаем с двух укусов, друзья. И смотрите, что он дает, нам дают разоблокировку. Офигеть, так, давай быстрее убирайся. Это просто гигантский вообще броварк. Давай жри свое мясо. Так, давайте посмотрим теперь на нее. Так, друзья, зацените, я прокачал броварка до 156 уровня. Я такого в жизни не прокачивал никогда ни в одной версии игры. Я уже, знаете, сколько убил этих акул, которые я, собственно, и стремился, чтобы ее пройти. Это просто жесть. Вот они, смотрите, друзья, я уже ее могу заглатывать, и она рождается вот здесь вверху. И я сразу могу ее здесь прокачивать уровень. И сейчас я не знаю, до какого уровня можно прокачать броварка. Она рождается, и сразу у меня прокачивается. Я нашел новую эту... Как в прошлой игре, ой, блин, как до этого я прокачивал броварка, но здесь я уже прокачиваю с помощью акулы, которую мне нужно. Короче, я не знаю, у меня нет слов, это просто жесть, ребята, смотрите, 166, 167, 168. Я не знаю, что сейчас будет, конечно, здесь вокруг одно место, здесь вокруг одна дичь, я просто засасываю эту самую-самую крупную акулу. 170 уровень, друзья, это просто трешак. Такого вообще еще никогда не было. Я ни одной серии не записывал. Я не знаю, что сейчас будет. Не знаю, забажит ли игра или что это вообще произойдет. 175, 176 уровень. Я просто в шоке, смотрите. Смотрите, какой он офигеть здоровый. Он просто заглатывает их. Ребята, у меня 12 тысяч хп, 13. 180, 170. Это просто жесть, друзья. Так, ладно, ребят, давайте поплывем, теперь посмотрим, что вообще
как он плавает по карте. Вот я нажал ускорение, и он просто вообще в карту не убирается. Я попробую отдалить, но ничего не происходит. Она сейчас просто может заглючить, забажить, забанить. Я даже не знаю, кого он там проглатывает. 23 тысячи здоровья. Офигеть, друзья. Он еле убирается. Давайте на поверхность плывем. По поверхности еще более-менее он плывет. Я не знаю, что там он вообще ест. Блин, он просто гигантский. Вот это вообще трэш, а. Так, сейчас нужно опять докачаться. Еще больше прокачать. Сейчас мне нужно найти эту акулу. И еще больше прокачать. Пока игра совсем меня не выкинет. Так, она должна быть где-то здесь. Я не знаю, как тут вплыть. Давайте посмотрим, что там впереди, что за... Так, по-моему, я вижу сверху акулу. Да, вот она, друзья. Она стояла там же. Ее не пришлось мне долго искать. И уровень пошел качаться заново. Офигеть, я оплыл карту вообще за пару секунд. Сейчас посмотрим, что будет. Офигеть. Друзья, это вообще жесть. Я не вижу даже рыбину, где она появляется. Я вижу только, что он ее проглатывает. И все. 260 уровень. Все, его просто уже бажит. Это вообще трэш. Где она, акула? Я не вижу. Нужно подплыть. Походу, скоро игра вообще глюкнет. Она уже появляется у меня прямо на голове, друзья. Она меня ест. Она меня ест, пытается есть. Смотрите, блин, как мне ее заглотить? Так, я появился прямо над ней, уже никак мне ее не попасть. Так, вон она, справа была. Офигеть. Все, вроде настроился. Она появляется, я ее сразу жру. 268, 269. Ребят, вы вообще видели такое? Охренеть просто. 35 тысяч монет. Почему они нафиг не сохраняются, долбанные разработчики? 272, 273. А, друзья, это просто трэш. Офигеть просто. Это рыбины, наверное, невозможно. Сейчас она весь океан сожрет. Смотрите, смотрите, как она круто прокачивается. Так, все, акула, блин, меня... Опять я к ней приблизился, и она меня где-то кусает. Я даже не вижу, где. Она меня кусает, смотрите, друзья. Она подо мной. Вот это да, я не могу посмотреть на себя, друзья, вот это да. Она мне кусает живот. Походу, чешет живот мне, друзья. Так, все, я ее сожрал. И... Где-то она еще. Я не знаю, что я ем, вообще не знаю, что происходит, друзья. Вы что-нибудь понимаете? Офигеть. Я сейчас как косатка вынырну на берег. Так, акула вон она, сквозь, подо мной. Так, как же мне вообще тут убраться, уплыть-то? Вот это да, вот это вообще игра просто глючит по жести. Смотрите, сейчас я нажму вид от первого лица. Друзья, это же вообще просто жесть. Смотрите, какой он, офигеть, он во весь остров. Вот это броуарк. Его еще глючит что-то постоянно, смотрите. Ва, вот это он монстр вообще. Конкретный. Блин, я никак не могу его настроить, чтобы посмотреть, чтобы его не бажило. Так, ладно, давайте развернемся. Занырнем поглубже. Там должно быть всякой фигни полно.
Да, я не знаю, что там я ем, но его там просто вообще дофига всего. Так, но мне нужна акула, чтобы еще прокачаться больше. Так, здесь куски мяса, они вообще повсюду. Куда же свалила атакула? Вон она, я ее вижу. Она была там. Теперь уже, наверное, ее нету, и она сейчас будет сверху рождаться. Да, вон она, друзья. Я чуть-чуть только успел ее увидеть. И она. Да, все, вот она, друзья. Мы опять попали на то место, где она рождается. И сейчас мы все-таки до 300-го левела дойдем. Давай, 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 Броворк. Ты крут, чувак. Давай, я хочу 300, 300, я хочу 300 уровень. 40 тысяч монет. Охренеть просто. Так, все, акула опять где-то нас там... Или кто-то нас там куснул, успел. Но это вообще трешак. Офигеть, офигеть, офигеть. Давай, 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 прокачивайся. Так, ап уровень. Давай, давай, давай. Ну чё, где там она? Ребят, я уже ее честно вообще не вижу, где она находится. Я просто сейчас хочу до 300 уровня дойти. До 300 уровня дойти, потом заплыть на пляж и посмотреть, что это за мутант. Что я создал за монстра. 32 тысячи здоровья. Так, вот акула, друзья, она справа у нас около уха где-то. Она у нас где-то около уха, теперь над головой. Ну давай, нам еще пару уровней надо, тупая ты, блин. Че ты меня там кусаешь? Так, я кого-то там снизу еще собрал. Я вообще уже не понимаю, что происходит. Как мне эту акулу, блин, отбить от себя? Не знаю, съел, не съел, вот она. Так, по-моему, съел. Так, где она? Сверху, да? Ну. Давай, 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 дружок, еще ж 3 уровня. Блин, она куда-то делась, друзья. Я не... Так, все. Опять вроде настроился. Да, все. Блин, он прям как будто стоит. Как этот. Все, 300 уровень, друзья. Поплыли по карте. Неинтересно. Точнее, не по карте, а давайте хотя бы плывем. Ой, на пляж же я хотел. Давай. Давай, монстр, плыви. Блин, он сейчас все поранит. Вот это вообще... Так, я сейчас поворачиваю чуть-чуть. Ребята, это вообще гигант, зацените. Он пол пляжа занимает. Он занимает пол пляжа. Так, он вошел мордой в песок. Да ладно. Где он? Дайте мне на него посмотреть. Дайте мне на него посмотреть. Все, он лежит на пляже, он даже... Так, как тут наверх? Можно как-нибудь? Нет, нельзя. Офигеть, вот такой, ребят, я создал Титаника просто. Просто создал Титаника. Смотрите, какой он. Сколько он занимает? Это просто 300 уровень, друзья. Он еще что-то ест. Я не знаю, что он там хавает. Наверное, все, что можно. Офигеть, ребята, жесть, 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 300 уровней. Я больше не буду, в принципе, его прокачивать, потому что он вообще не помещается в карту. Давайте нырнем на дно, там дофига сейчас будет всякой мелочи. Ну, хотя, что-то не очень дофига. Ну что ж, друзья, вот такая была офигенская серия. Я такого броварка еще никогда в жизни не прокачивал. 300 уровень, друзья. 32 тысячи здоровья. В следующей серии мы будем играть за разблокированную акулу. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте делиться ей, ставить лайки, писать комментарии. Всем пока.